بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على ظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья, мы знаем, что Всевышний Аллах нас создал мусульманами, الحمد لله, что также Всевышний Аллах сделал нас лучшими следователями лучшего Его творения, ради которого Он создал весь этот мир и все, что в нем находится. Мы последователи лучшего посланника Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. И Всевышний Аллах создал человека, сделал обязательство на каждого человека. Так же, как и пятикратная молитва, есть обязанность, которую Всевышний Аллах возложил на каждого человека. Если подойти к этому вопросу с психологической стороны, это можно понимать так. Мы же знаем, что Всевышний Аллах нас создал. Мы Его творение. Закат – это, если можно выразиться простым словосочетанием, это Всевышний Аллах нам дает, например, 40 рублей. Вот Аллах нам говорит, вот я вам даю 40 рублей, пожалуйста, из этих 40 рублей 1 рубль дай человеку, который в этом нуждается. Вот это образный смысл заката. Потому что все имущество Всевышнего Аллаха же, Аллах же нам это дал. Некоторые люди, когда говорится о закате, думают, что их это как бы там налог, или что-то с них снимают, или их обязывают. Всевышний Аллах нам дает 40 рублей и говорит, пожалуйста, вот Аллах говорит, я тебе даю 40 рублей, ты 1 рубль дай нуждающему человеку. Теперь переходим к сути. Закат, мы знаем, что она, смысл его как очищение идет. Закат обязательным стало после того, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, переселился из Мекки в Медину в 2-м году хиджри. Мы знаем, что когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах наделил его миссию посланника, он 13 лет проповедовал в Мекке, потом переселился в Медину. На 2-й год он стал обязательным. И далилем на обязанности заката является аят Всевышнего Аллаха, о котором Всевышний Аллах говорит в сурату Тауба, وعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صدق الله العظيم. Всевышний Аллах говорит, вы возьмите из своего имущества и дайте, вот это имущество, которое вы дали закат, она очищает остальное имущество, которое у вас есть, и восполняет то, что вы имеете, еще более большим образом. Также есть изречение посланника, саллиллаху алейхи вассаляма, в котором указывает об обязанности заката. قال قوله معاذ это слова Муаза رضي الله عنه عندما وجهه الى اليمن الى اليمن когда посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям посылал Муаза в Йемен, он говорил فاعلمهم ты научи тех людей, которые живут в Йемене, ان الله افترض عليهم صدقه, что Всевышний Аллах сделал из его имущества обязательной садака, закат, تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم, который дается, берется у богатых и дается бедным, малоимущим. На самом деле, закат обязывается в пяти вещах. Мы знаем, что мы из шафиитского мазхаба, естественно, все, что будет говориться, это по шафиитскому мазхабу, по тому мазхабу, в котором мы живем. Там есть то, что налаживается закат, есть 5 категорий. Первое – это скот, мелкий рогатый, крупный рогатый. Мы, иншаллах, каждому более подробно расскажем. Аль-Афман – это золото или серебро. Вазуру – то, что мы сеем. Ва-Симар – это фрукты. Ва-Уруду Тиджара – и бизнес, который человек делает. То, что касается скот, крупного рогатого, мелкого рогатого скота, закат обязывается в 3 категориях этого скота. Первое – это верблюды. Второе – это крупный рогатый скот, корова имеется в виду. И мелкий рогатый скот – это козы и овцы. Условия, которым обязывается на них закат, есть 6 условий. Первое, чтобы человек, который дает закат, был мусульманином, он на него обязывается закат. Валь-хурия, чтобы он был свободным. Валь-малику там, чтобы это имущество было полное, его имущество. Еще там соучастникам другие, чтобы не были. Ванисабу, чтобы он достиг определенного количества, чтобы дать закат. Валь-хаулю, чтобы дать закат, чтобы достиг года, через год. Ты вот держишь себе скот, и через год ты обязываешься дать закат. Васауму, чтобы этот скот постилась на пастбищах, а не чтобы там не держали дома на сараях. Ваамаль Атману, а то, что касается, мы говорили, вторая категория – это золото и серебро, чистое золото и серебро. Вашарайт уджубы закаты фиха,
чтобы обязывать закат на серебро и золото, опять-таки там человек должен быть мусульманином, свободным, его, это имущество должно быть его именно, ванисабу, чтобы он достиг определенного количества в граммном соотношении, вальхаулю, и чтобы прошел год. А то, что касается посева, пшеницы, пшеница, например, ячмень и тому подобное, фатаджибу закат, закат обязывается на нем в трех условиях. Чтобы то, что это, чтобы посевом, чтобы люди его посевали, посели, первое условие, чтобы она сама себя не выросла, такое тоже бывает. Чтобы человек именно посел его на поле. Чтобы она была из того, что, например, если есть пшеница, вот этого нам же хватает, чтобы мы кушаем. Вот если, например, будем, человек будет кушать вот этот пшеница, например, да, она же сохраняет его от голода. Или если мы ее сохраняем, она же не портится, чтобы такой она была. Чтобы она достигла определенного количества. Это ориентировочно 750 килограмм. До 750 килограмм, если у тебя есть пшеница, закат на тебя не обязывается. Чтобы выплатить закат, она должна быть 750 килограмм и выше. А что касается фруктов, фатаджибу закат, есть две категории фруктов, которым обязывается закат. Это финики и виноград. И условия, которые должны быть, чтобы выплатить закат от них, это опять-таки человек должен быть мусульманином, свободным, и полное его имущество оно должно быть, и ванисаб она должна достичь определенного количества, как и пшеница 750 килограмм. Ва ама уруду тиджара, то, что касается бизнеса, вот это как раз-таки вот именно нужный вопрос, для нас нужный, как раз-таки чуть-чуть время мы сюда уделим внимание. Бизнес, который человек занимается бизнесом. Закат обязывается, условия должны быть те условия, которые мы перечислили свыше. Имеется в виду, человек должен быть мусульманином, свободным, имущество его должно быть полное его, и определенного количества оно должно достигнуть. Это определенное количество эквивалентно именно 80, ориентировочно 82 граммам золота. Вот 82 грамма чистого золота сколько стоит? В рублях, если она, примерно этот 85-90 тысяч рублей. Вот начиная с этого имущества, если он начинает бизнес, вот это нисабом считается, где-то 85-90 тысяч рублей, с этого он обязывается закат. Теперь мы чуть-чуть раскроем моменты, которые мы рассказали. Мы перечислили из животных, верблюда и крупнорогатого, мелкорогатого скота. Верблюд начинается, закат верблюда начинается от 5. Если у человека есть 5 голов верблюда, он выплачивает закат одну овцу. Если у него 10 верблюдов, 2 овцы. Если у него 15 верблюдов, 3 овцы, естественно. И если у него 20 верблюдов, он выплачивает за это 20 верблюдов закат в виде 4 овец. Если, например, у него верблюдов больше, уже 25 верблюдов, он выплачивает годовалого верблюдице. Если, например, у него 36 двухгодовалого верблюдицы, если у него 46 уже идет трехгодовалого, если у него 61 идет четырехгодовалого верблюдица, если у него 76 уже идут два двухгодовалых верблюдицы. Если же у него нисаб, количество достигло 91, то он выплачивает 2 трехгодовалых верблюдица за этого закат. Если у него 121 верблюдица, он выплачивает 3 двухгодовалых верблюдов. Потом после этого уже, если уже больше от 121, он с каждого 40, с каждой 40 верблюдиц выплачивает двухгодовалые верблюдицы, и с каждого 50 верблюдиц выплачивает трехгодовалые верблюдицы. Например, если у человека 90 верблюдов, он выплачивает закат одну трехгодовалую и одну двухгодовалую верблюдицу. Теперь то, что касается крупнорогатых скот, коров. Если начало нисаба, мы же сказали, что условие, чтобы выплачивать закат, у него должно быть определенное количество. Она должна достигнуть определенного количества. Это нисаб крупнорогатого скота начинается с 30. Если у него 30 коров, например, он уже должен выплачивать годовалого теленка. Если у него 40, он должен выплачивать двухгодовалого уже. На это идти сверх говорит. Если, например, у человека 70 или 71 или 72 до 80, например, да, от 70 до 80 коров, он выплачивает одну теленку и одну двухгодовалую.
Первый нисаб, начало нисаба мелкорогатого скота, это овцы и козы, это от 40, начинается от 40. И здесь должен быть один важный момент. Если, например, это означает, если у человека один отдельно, например, держит определенное количество овец, например, и не дома, имеется в виду дома, имеется в виду не пастбище, а на пастбище, а дома он если содержит на них, вот то категория, о которой мы сейчас говорим, на них это закат не налагается. Человек должен там, у него должен быть какая-то, или отдельно там кошара, и он на пастбищах пасет этих овец, на вкутане или там на стороне от города, он должен их держать. И начало это, начало нисаба 40, у него должно быть 40, если 39, закат не налаживается. Мы потом в конце это проясним, если, например, бывает такая ситуация, бывает общее стадо, например, у одного человека там 5 овец, у другого 10, у другого 30, у другого 40, у другого 50, у другого 100. В этой ситуации мы должны знать, каждый человек должен выплатить закат. Если общее стадо превышает 40 овец, например, и в этом стаде там, начиная от 1 до 10 или 20 человек, есть имущество, каждый человек должен выплатить закат. Даже если, например, мое там одно овцо, овца, например, в общем стаде, даже на одного овца у меня налагается закат. Каким методом это делается, мы расскажем. Там эквивалентно выходит где-то 30 рублей. 30 рублей выходит примерно, грубо говоря. А как это дается, мы в конце выясним. Вот это момент, который многие не знают. Одни говорят там, оказывается, говорят, 40, когда 40 овец, говорят, обязательно там закат. У меня, говорят, на пастбище там 30 овец, я не должен давать закат. Он не должен был давать закат, если он эти 30 овец сам по себе отдельно имел бы на поле или на пастбище. А если там общее стадо больше, чем 40 голов, даже одна голова уже налагается закатом. Вот это учтите и узнайте. Момент, который мы многие не обращают на это внимание. Теперь, если, например, 40 количество этих овец, фафиха шатун джадаатун, он дает закат как одно овцо, имеется в виду годовалую. Или он может отдать вместо этого одного овца двух годовалого козленка, двух годовалой козы. После 40 уже идет счет до 121. Если от 40 до 120, он дает только одну. А если 121 и более, уже он дает две. Или две овцы, годовалых двух овец, или двух годовалых двух козлов. Или, например, одну овцу он дает, и одну козу он дает. Ну, обязательно условие, чтобы овца была годовалой, а коза была двухгодовалой. И после этого следующий нисаб. Вафими атани вахидатин, 201 уже, до 201 он дает 2, а если 201 и более, уже дает 3. Вафи арбами атин, до 400, если 400, уже дает 4. После 400, с каждого 100 он дает по одному овцу. Если, вот теперь вот это тонкий момент, если, например, овцы или двух, там хозяевами являются двое и более лиц, есть определенное стадо. Хозяевами этих овец являются два человека и более. 2, 3, 4, 5, 6, до бесконечности. То из общего стада закат дается как одно целое. Есть 7 условий, чтобы как одно целое оттуда выплачивать закат. Первое, какие условия? Там, чтобы кошара и то место, которое это, человек пасет этих овец, то место, которое они ночуют, это стадо, и, например, для спаривания, когда для спаривания там делается, чтобы это все было одно, как единое, общее хозяйство. С такими условиями, и чтобы вот то место, которое они идут, чтобы пить воду, чтобы это тоже было одним. И вот это все, если одно целое стадо, то оттуда закат дается, как с одного стада. Теперь, например, привожу один пример, чтобы потом сверить на этот пример другие. Есть атара овец, где там 550 овец, например, да? 550 овец. И там есть 7 хозяев этих. У одного человека там, у меня, например, допустим, там одна овца, у другого там 50, у другого там 300, у другого 200. Общее 550. С 550 овец дается 5 овцов дается на закат. Потому что от 500 до 600, то, что среднее, аж закатом не налагается. Теперь от 550 до 600 дает 5 овец. Например, тот человек, у которого там самое большое количество овец, 300 голов, например, он дает из общего стада дает 5 овец, потом он сверивает, например, сколько стоит 5 овец. Допустим, что одна овца стоит 4000 рублей. 5 овец умножается на 4000, получается у нас 20 тысяч. 20 тысяч делится на 550. Сколько там получится? Сколько получится в количественном образе? Я должен давать за одну единицу. Сколько там получится?
У кого-то, если 30, он умножает то, что делится 20 тысяч на 550, он умножает на свое количество овец и дает деньги этому человеку, который дал из общего 5 овец. Вот так надо давать закат из этого имущества. Поэтому я еще раз обращаюсь, уважаемые братья, внимание, потому что закат – это обязаловка, это обязательная вещь. Вот многие говорят, например, мы даем садака. Если человек дает 1 000 000 рублей садака, например, а если он должен был, обязан был давать закат 10 рублей, то вот этот 1 000 000 рублей, который он садака дал, с заката у него это 10 рублей не списывается. Это как обязаловка у него считается. Это такой пример. Я, например, должен этому человеку 10 рублей. Я у него взял долг 10 рублей. Я, например, этому даю 1 000 000 садака. Из-за того, что я ему 1 000 000 садака дал, от меня уходит, что ли, 10 рублей, которые я этому человеку должен? Нет же, я же остаюсь его должником по отношению к 10 рублям. У многих братьев бывает такое понятие, я, например, садака даю туда-сюда, там, закат этим. Нет, закат надо дать каждой личности, в котором сам Всевышний Аллах в Коране указал, и с ниетом на закат, на обязательный закат. Из-за того, что он садака дал, от заката он не освобождается. Этот пример этого человека, который садака дает, закат не дает, он который 5 обязательных молитв не делает, а суннат намазы целый день делает. Целый день он мечети стоит, фарз намазы пропускает, а суннат намазы делает. Какая польза ему? А суннат намазы, если он фарз намазы пропускает. Теперь с золота каком соотношении надо дать? Мы сказали, что нисаб. Нисаб это, еще раз повторяюсь, определенного, не с любого количества закат дается, а определенное количество, которое он должен дать закат. Нисабу захаб, это нисаб золота, это ориентировочно 82 грамма. Если у него дома есть 82 грамма и более золота, и он хранит это себе, у него, чтобы, например, не терять имущество в виде денег, чтобы они деньги заранее попали, человек должен дома держать или золотые украшения, или просто слитки золота. Если более 82 граммов, он через год должен дать 1/40 часть. Это получается где-то 2 целых каких-то копейки граммов. Также серебро, если он так серебро также держит, например, нисаб это 200 дирхамов. А если, например, у человека дома, например, или у женщины дома есть золотые украшения, закатом не облагается. Кроме одного случая, когда человек берет эти золотые украшения не для жены, чтобы она носила, а для сохранения дома, как мы сказали, например, чтобы деньги у него не зря пропали, если человек, например, взял цепочки или там другие золотые украшения и держит, например, дома в сейфе, это тоже облагается закатом. Но закатом не облагаются золотые украшения, которые он купил для своей жены, там, сестры или дочери, которые они носят. Латаджибу фильхули аль-мубахи закатун. И этому далилом является то, что передал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, Раваху Дару аль-Кутни передает и Байхаки мин хадити Джабир, ради Аллаху ану, каля Расулсам, посланник Аллаха сказал, ля заката фильхули, не бывает заката этих украшений, которые носят женщины. Теперь закат, который облагается, имеется в виду посев пшеницы или ячмен, или, например, фрукты, или, мы сказали, виноград и финики. Нисаб, количество, которое он должен выплачивать закат фиников и виноградов и этого посева, 750 килограмм. Это должно достигнуть 750 килограмм. Если вот эти он вырастил путем, имеется в виду природными явлениями, или там дождем, например, ему не пришлось привозной водой это делать, или дождем, или, например, близко проходит канал какой-то, из этого канала он себе сделал там маленький канал, и он дальше работал с этим каналом, имеется в виду, для посева. Если таким образом он выращивал эти фрукты, или виноград, или финики, или эти пшеницу, или ячмен, то он должен давать 1/10. Он обязан давать закат 1/10. А если эти же вырастет привозной водой, машиной он привозит откуда-то, то оттуда уже дается 1/20 часть от нисаба, от 750 килограммов. Если естественный полив происходит естественным образом, 1/10. Если искусственным, привозным образом полив происходит, 1/20. Теперь бизнес. Основной момент, который мы сталкиваемся,
И человек начинает, например, сегодняшнего числа человек начинает делать бизнес. Если он сегодняшнего дня начинает бизнес, мы же сказали, что нисаб должен быть. Не обязательно он, чтобы нисаба начал. Не обязательно, чтобы он начал именно с 95 тысяч рублей. Он даже если с 5 тысяч начинает, он именно начал с этого дня. Потом в течение года он делает бизнес. Вложивая туда, например, допустим, от рубля до бесконечности, например, миллион, миллиард, разницы нет. Если он начинает бизнес, проходит год. В течение года, например, он дает, в течение года у него бывают домашние расходы. Это туда в закат не включает. Домашние расходы, которые он, или он себе машину купил, или, например, участок земли купил, чтобы построить дом. Не для сохранения денег. Это главный момент. Просто человек живет, и у него бывают же расходы, домашние расходы. Вот это не считается. Это не считается. И когда пройдет год, в следующем году этого же дня, но учтите этот, например, сегодняшнее число, например, мы живем в солнечном календаре, а по шариату это все идет на лунный календарь. Поэтому для человека лучше сделать днем заката, который он дает, день по лунному календарю. Потому что если по солнечному будем делать, мы, получается, каждый год на 10 дней опаздываем. Опаздывая, даем этот закат. Вот этот момент тоже мы должны учитывать. И если он, например, начинает делать бизнес, через год, проходит год, домашние расходы там от него уходят, это не считается. И потом, если вот та сумма, которая у него в обороте, или живыми деньгами, или товаром, превышает 85 тысяч рублей, он должен давать 1/40 часть заката. И там момент, там многие говорят, именно с прибыли, не с прибыли, с общей суммы, учитывайте это. Не обязательно, чтобы прибыль была. Даже может быть такая ситуация, например. Я вложил в бизнес 100 тысяч рублей сегодня. Я в течение года, например, делаю бизнес, и в течение дня делаю домашние покупки. Например, получается, я в течение года на домашние расходы или домашние покупки потратил, например, 400 тысяч рублей. Но я начал со 100 тысяч, и у меня в конце 80 тысяч. Меньше той суммы, которую я вложил. Например, 80, потому что 85 облаживается закатом. Вот так скажем, например, я вложил 200 тысяч, через год, например, делая домашние расходы, у меня осталось 100 тысяч. Даже первоначальной суммы нет. Но все равно закат он обязан давать, потому что вот эти 100 тысяч, которые у него в конце остались, она уже превышает нисаб. Вот у многих бывает понятие, что этот закат дается от прибыли, только от прибыли. От общей суммы дается, сколько он туда вложил. Ну, там бывают такие мелкие моменты. И с мелкими вопросами мы образно здесь говорим. Время тоже у нас ограниченное. С мелкими моментами, мелкими вопросами, конечно, вы можете... У вас сейчас будет общее понятие. С мелкими вопросами к имаму, конечно, он вам ответит. Теперь в конце скажем, кому же дается закат. Мы разъяснили вам все категории, на которые облаживается закат, и как она дается. Теперь какому категорию дать? Закат дается, здесь в Коране упоминается 8 синфов, 8 категорий людей, которым дается закат. 8 категорий. Но есть там некоторые категории, которые на сей день, вот этот по шариату уже она отменила решение. Мы знаем, что в Коране, например, или в хадисах бывает насих, мансух, которые предыдущее решение аннулируется последующим. В Коране говорится 8 категорий. Бисмиллахир рахманир рахим. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن سبيل صدق الله العظيم. Сам Всевышний Аллах упомянул 8 категорий. Первая категория, которую Всевышний Аллах указал в этом Коране, аль-фукара, это бедняки. Здесь у нас, например, русский язык и другие языки, насколько такие по отношению к арабскому языку, очень бедные языки. Например, мы фукара, факирун и мискину мы переводим как одно и то же. Мы говорим бедняк. Факирун тоже бедняк, мискин тоже бедняк. А с арабского словосочетания бедняки делятся тоже на две категории. Очень бедные и чуть-чуть бедные. Теперь факир, кто такой факир? Факир это у которого для домашних самых необходимых расходов ему крайне необходимо 10 рублей. Не такими роскошами туда-сюда, а самое необходимое жест, чтобы человек жил, чтобы человек одел простую одежду, чтобы человек кушал 3 раза в день. Если этому человеку, и чтобы содержать для него семью, ему необходимо 10 рублей, а у него только 2 рубля. Вот это называется факир. Он заслуживает закат и получает закат. Вторая категория – мискин. Тоже с перевода факир.
Но он человек, который необходимо эти 10 рублей, но у него 8 рублей есть, а 2 рубля не хватает. Но я еще раз повторяюсь, это как бы минимальный прожиточный минимум. Как бы прожиточный минимум, так скажем. Это самое необходимое человеку. Третья категория – амиль. Это в наше время не работает, когда исламское государство специально бывает человек, как у нас, например, правительство бывает, министр там по каким-то делам. В шариатском государстве бывает специальный министр, который занимается закатом. Он занимается сбором закатов, он занимается раздачей закатов. У него вот эта работа, и все. Он же тоже должен жить. Этот человек тоже получает закат. Министр по закату, так скажем, амиль, который в этом населенном пункте или там, в каком-то городе. И у него тоже бывают, например, работники. Их работа, государственная работа, собрать, ну, как у нас, вот, как налоговики, так мы скажем. Конечно, такой пример нехороший, но человек с исламского государства, который живет и собирает эти закаты и раздает. Но этого решения сейчас нет, потому что исламского государства нету, это отменяется. Аль-Муаллафату кулубухум, те, которые новообращенные мусульмане, в то время им тоже давали закат, чтобы другие тоже видели, что вот новообращенным закат дается, чтобы другие тоже приняли ислам. А сейчас уже мы знаем, альхамдулиллах, в мире уже 1,5 миллиарда мусульман, сейчас это тоже не действует. Вафир рикаб, это тоже нету, это рикаб, это рабы, которыми на него хозяин наложил определенную сумму, ему говорит, вот ты дай мне, например, 500 тысяч рублей, и ты свободен. Вот такой человек, этого тоже сейчас нету. Валгаримина, теперь должники, вот это тоже тонкий момент, который очень трудно на сегодняшний день принять решение и дать вот закат этим должникам. И за что он этот долг, например, сделал? Человек попал в долг. Ему тоже дается закат. Как он попал? Может быть такое, что, например, человек строит большой замок, и он попал в долг на 2 миллиона. Ему, конечно, закат не дается, например. Или, например, человек там на игровых аппаратах потратил 5 миллионов, и опять-таки у него долг. Шариат смотрит, с какой стороны, как он попал в долг, в какой ситуации, для чего. Это тоже очень сложный момент. Потом идет у нас категория фисабилилля. Фисабилилля – это две категории людей, которые на пути Аллаха. На пути призыва или на пути джихада. Мы знаем, что истинного джихада на самом деле на сегодня нету. И это истинный джихад будет, когда появится имам Махди. Раз у нас джихада нету и условий для этого нету, получается люди, которые на пути Аллаха, которые распространяют религию ислам. Джихад делается, который джихад делает даватом. Призывает людей на путь ислама. А там мы же знаем, у нас у каждого человека есть свои проблемы, и каждый человек решает свои проблемы. А вот эти люди, которые призывают людей на пути ислама, они решают наши проблемы, получается. Если каждый человек решает свои проблемы, люди, которые занимаются даватом, призывом, там, обучением людей, они решают наши проблемы. Поэтому вот они тоже являются той категорией, которым дается закат. Они же тоже должны жить, они же тоже, у них тоже бывают семьи, они тоже болеют. Всевышний Аллах их ангелами же не создал. И другой идет мусафир, который человек идет на сафар. Здесь тоже такая тонкая ситуация. Например, у нас те трудности, которые были тогда, в те времена, сейчас таких трудностей нету. У каждого там есть поезда, самолеты, машины. Поэтому из 8 категорий, которые я перечислил, самыми актуальными являются 3 категории. Это мискини, факиры и те, которые на пути Аллаха. И вот эти, те, которые попали в долг, если конкретно изучить их ситуацию. Пусть Всевышний Аллах даст нам тавфик объединиться вокруг религии Аллаха, понять истину, исследовать за ним и понять чуждое и отдалиться от него. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллаху акбар.